Всем привет! Сегодня у нас 2 октября, 70-й день. Вот, как я обещал, буду показывать состояние моего огурца. Вот так он выглядит. За этот период были разные погоды и солнечные дни, как, например, сейчас, и также затяжные пасмурные, дожди, холод. Ну и вот такое состояние огурца на сегодняшний день. Вот как можно заметить после таких перепадов. Есть уже криноспироз потихоньку появляется, но стараюсь его с ним бороться. Вот даже есть, где сейчас покажу. Вот, даже на листике я заметил мучнистую росу. Ну, все это и будет случаться, так как очень большие перепады. Ночью было уже и 4 градуса. Так что это неизбежно. Но стараюсь не запускать. Вот видите, какой листик. Видите, он подсохший. Это препарат сработал. Стараюсь не допускать, сильно не запускать, потому что если ничего не предпринимать, эта теплица за неделю может полностью погибнуть. Поливы провожу все так же через день удобрениями. Вы уже знаете какими. Единственное, что в промежуток 60 по 70 день, помимо подкормок, я использовал такой препарат, как Switch. Сделал одну обработку по листу. Ну, а так все, как всегда, полив, опрыскивание, ничего нового. Ну вот дальше сделаю следующее видео на 80-й день, покажу его состояние. Ну, буду стараться как можно больше его додержать. Вот, видите, от курзата еще где-то задержался, на листе осталось. Буду держать, сколько продержу, и посмотрим. Ничего я не отапливаю теплицы, на ночь просто закрываю. Никакого отопления. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня показать.
Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Поможем, чем сможем. Все, всем спасибо. Всем пока.